Здравствуй, мой любимый зритель. Я снова прибыл на Троекуровское кладбище. Сегодня, 3 ноября, мы с вами дойдем до могилы талантливого киноактера Александра Дидюшко, чья жизнь оборвалась 3 ноября 2007 года. Страшная автокатастрофа на 109-м километре трассы Уфа-Москва, Петушинский или Петушинский район Владимирской области. Автомобиль Александра Дидюшко на полной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В машине Александр находился вместе со своей любимой супругой и сыном. Сыну 8 лет, Дима. Да. Вечером 3 ноября Александр с семьей ехали от друзей в сторону Москвы на вокзал встречать родителей Светланы. Светланы Чернышковой – это любимая супруга Александра Дидюшко, с которой они познакомились в 96-м году, а в 99-м году летом они расписались. Это была любовь с первого взгляда. Познакомились они у друзей в новогоднюю ночь 31 декабря 1996 года. Летом 99 года они расписались, и осенью у них родился сын, сын Димка. Печально то, что жизнь Александра Дидюшко оборвалась в самый пик карьеры. Официальной причиной смерти называется то, что Александр уснул за рулем. Знаю, что Александра и его супругу Светлану хоронили в закрытых гробах, а сына Дмитрия в открытом гробу. Большая трагедия и для его друзей, ужасная трагедия для его родителей. В 2017 году умирает мама Александра Дидюшко, которая очень сильно все эти годы переживала эту трагедию, потерю сына, потерю внука. Александра Дидюшко, его любимую супругу и сына Дмитрия захоронили на Троекуровском кладбище. Сегодня мы с вами 3 ноября, в день памяти талантливого киноактера и его любимой супруги и сына Дмитрия, Димки, мы с вами дойдем до их могилы. Я сегодня решил приобрести 3 таких больших крупных розы. На могиле семьи Дидюшко находятся 3 небольших монумента. Ну, я надеюсь, у меня получится возле каждого монумента, возле Александра, возле его супруги Светланы и возле Димки Дидюшко, Дмитрия Александровича Дидюшко, мальчик, которому было всего лишь 8 лет. Да, поставим по вот такой крупной розе сегодня, ребятки. Вам огромное спасибо за внимание, за то, что вы смотрите мой YouTube-канал. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья. Огромное спасибо, что вы есть у меня. Берегите себя и своих родных. Пока двигаюсь к могиле Александра Дидюшко, добавлю некоторые факты, которые в голове всплывают. У Александра Дидюшко было 2 официальных брака. Первая его супруга Людмила. От первого брака у Александра Дидюшко дочь Ксения, которая чудным образом в тот трагический день она не поехала с отцом и с его новой семьей, не поехала в той машине, она приболела, вот, и чудом выжила. Трагедия произошла в 22 часа 15 минут на 109-м километре трассы Москва-Уфа в районе города Петушки. Семья известного актера Александра Дидюшко попала в автомобильную аварию. В машине их было 3. Сам Александр, его жена Светлана и сын Дима. Они торопились в Москву. Александр должен был встретить на вокзале родителей Светы. Шел снег, дорога обледенела. Машина, которую вел Дидюшко, пересекла 2 сплошные линии, выскочила на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Кто-то верит в предзнаменование, кто-то нет. Но незадолго до чудовищной аварии, в которую попала семья актера, их родственникам снились страшные сны, оказавшиеся пророческими. В тот роковой вечер, 3 ноября, они возвращались из Владимира, куда ездили в гости к другу Александра. До этого Александр Дидюшко 2 попадал в серьезные аварии. Первый раз уснул за рулем по дороге из Белоруссии, куда ездил к матери. Машина перевернулась, но он сам не пострадал, да и автомобиль остался цел. В 2000 году в ДТП на Московском перекрестке попала уже вся семья. Мите тогда был всего год. Машина вдребезги, на них не царапины. Дидюшко нравился активный стиль вождения. И некоторые его коллеги по съемочной площадке говорили, что ездить с ним было страшновато. Но все отмечали, что машину он водил отлично. Прекрасно ее знал и даже сам чинил. Инспекторы прибыли на место аварии через 20 минут. Они констатировали, что вся семья погибла на месте. Потом я видела водителя фуры, да, и у меня тоже на него не было злости. И вот он прошел, он как-то улыбаясь,
Но я знала, что он тоже не виноват. У меня внутренне не возникло, что он виноват, что он убил их. Такое ощущение, что в этой ситуации, эта ситуация как-то она произошла так, что там нет виновных. Вот, по крайней мере, те, кто представлен, да, они не виноваты. Из дома кино выносили сразу три гроба. Два из них, Александра и Светланы, были закрыты. Открытым был только гроб Митя. Проститься с ними пришло огромное количество людей. Об Александре дедюшка и его семье помнят. На их могилу приезжают люди со всей России. А к своим близким Александр, Света и Дима приходят во снах. Они вот часто снятся, и причем Света, в основном мне снится Света, моя сестра, и она мне подсказывает, как мне дальше быть, рассказывает, успокаивает. Как-то вот такой вот, можно сказать, еще один мой ангел-хранитель там, на небесах. Дима тоже снился. Но Дима мне приснился, он сказал: «Аня, я был хорошим ребенком». Я говорю: «Да, хорошим». Он говорит: «Ну, ты хочешь, чтобы у тебя был такой же?» Я говорю: «Да, хочу». И он говорит: «Тогда я буду». И вот так улетает, он как будто звездочка в небе так сияет. И я вижу, что вот эта звездочка, это вот он, придет время, как бы я рожу ребенка, и вот этот ребенок будет с душой Димы. Вот мы сегодня с вами 3 ноября доехали и побывали на могиле семьи дедюшка. Знаю, что вы давно просили, читаю же, как всегда, комментарии на ютубе. Я стараюсь приезжать в даты памяти, поэтому если кого-то не посещаю в этом году, то в следующем году, если будем живы, еще доедем и поснимаем могилы наших любимых артистов, которых вы просите посетить. Впереди у нас, как всегда, много интересного. До новых встреч! Я вам всем желаю крепкого здоровья, берегите себя и своих родных.